Господи Боже, нас благослови нас на эти занятия. Открой наш ум к разумению Божественных Писаний, чтобы мы были не только слушателями Слов Божественных, но и исполнителями. Аминь. 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 Второе послание Коринфянам, 9 глава, 3 стих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены к толкованию. Самого себя делает как бы членом Коринфской церкви и беспокоится о ней, ибо говорит: поскольку я похвалился вами, то убоялся, чтобы не посрамиться мне, и потому послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетной. То есть, да не изобличится похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, говорит, восхищаясь вами перед всеми хвалился и перед ними. Итак, если покажете себя не такими, стыд будет общий. Впрочем, не во всем, а только в всем случае. То есть, да не посрамлюсь в одном предположении моем касательно милостыни. Но чтобы вы были приготовлены, как сказал я и македонянам, что в Ахае уже все готовы и ни в чем у них нет недостатка. Все слышали? Ну, кто не скажите, в вашей жизни, если этого не было, то как это могло быть? Чтобы вот эти слова от нас исходили. О чем речь идет? Как часто так бывает? Говорят ли это священники сегодня? Ну, если нет, то опять молчание. Скажите, я не восхищаю право говорить, но раз молчание, в это тут я плыву тогда. Он говорил о том, что нужно помогать денежками. И поэтому, когда придут люди, там посылает Тита, там Лука приходили, похвалился они, у нас денег нет, получки нету, ничего нигде нет. И они вот получили две фиги. А он делает себя, как будто бы он член Коринфской общины. И мне стыдно за вас. Похвалились им. Я опять скажу о том, что когда собирали деньги Сибирское библейское общество, они готовят перевод на горно-алтайский, там Шорсы, Айроты на них. Ну, а они поздравительно всегда слали библейское общество-то. Я пригласил гости. Они приехали, и Булатов Алексей Владимирович, кажется, вот, он до самого Дальнего Востока все это. Вот, крупный псалтырь написан, это все от них. Ну, я объявил своим. И потом они еще раз приезжали, это два раза. И он говорит: вы у меня вышли по всей Сибири на первое место. Знаете, как это приятно слышать. И он сразу на следующий раз привез американцев, кажется, троих, показать нас, что, а бабки-то, у нас ни одного миллионера-то нет, ну, может, у кого-то там, у одного другого. А остальные это все пенсионеры, люди жертвенные. У нас как только объявят, вот такой-то там девочка родилась, это нужно там купить или коляску, или... Прям сразу все, сразу люди. То есть я в этом вопросе хочу сказать, нас это... в этой жизни делает достойными доверия в другом. И поэтому с теми, которые не так понимают, как мы, но видя нашу щедрость, они делаются как подкупленные. Смотри, вот маленькая такая община, смотрите, как помогли. И они сразу говорят, купили там 4 компьютера, людей отправляют в Санкт-Петербург учить еврейский язык, чтобы на их язык перевести, аэротом на их родном языке. Вот как. А привез американцев показать им. Вот здесь вот, видите, какие жертвенные люди. А они у нас побыли, только сказали, какие у вас женщины красивые. Я говорю, то платки красивые. Нет, не платки. Это же все видят. Зашел как-то ректор университета, занятия вел в ГТУ. Вот, Терентий, а ГТУ кончал? Сколько сейчас, не знаешь, там тысяч? Тогда было 18 тысяч студентов. 6. Сколько сейчас? 6. 6 тысяч? Как так? Что-то мало поступают?
Да. О, там из 18 стран были абитуриенты тогда только, другие где-то. Ну, Евстигнеев Владимир Васильевич был. Там фотография есть, мы стоим, он ручку. И он пришел, и потом, когда вышел, и говорит, а что за люди у вас тут? У него в университете 410-я аудитория, корпус В. Я говорю, так отовсюду, то есть и милиция, и КГБ, и администрация краевая. Я не про это. А что? Да у людей лица такие сияющие, свет издают. Я говорю, у кого? Да вы еще не видите ничего. Он считает, что я должен видеть. Я говорю, нормально, он сидит и там записывает. Нет. Я у студентов никогда этого не видел. А у нас лампочка, говорит, все, и он увидел лица людей. Это непросто. Однажды ко мне зашел Исаев, директор красного магазина, в то время главный магазин Барнаула был. А мы здесь под елкой и ведем занятия. Он только зашел, сразу остановился. А что это у вас за территория такая? Я говорю, территория это вот. Ну, как судился я и вышел. Да не про это. А вы разве не видите? Я говорю, что? Это особая аура у вас. Аура, у нас такого слова нет. Я делаю вид, что не знаю. Я зашел, я сразу увидел, какое сияние здесь увидел радуги. Что-то нужно было ему прийти, ну, там списанные, чтобы мне отдать. Директор, первый раз он здесь, и сразу эти слова. Отрицать я не могу никак. А что это? Благодать Божия. Люди совершенно не нашего круга, никогда они не были ни одного дня. А придя, они сразу подметили, что это необыкновенная обстановка. Вот мы понимаем или нет, что нам, когда Господь дает, вот бываем на литургии, вот как был архиерей, люди где смотрят все, я бы приехал только за то, чтобы архиерейскую захватить службу, православная, с другого конца страны. Ну, видно же было, те, которые были у нас, ты же был, когда архиерей тут был, 32 человека у нас причастились, и как он выходил, как слово говорил. Святых-то узнавали не потому, что они богатые, а потому что, помните, Серафим Саровский как? Ну а что такое сияние, вот говорит, а разговаривает с Мотовиловым. Там один был как помещик, или как его назвать можно, кажется, Александр Николаевич. Он говорит, ваша светлость, у вас сейчас радуга. Серафим сразу увидел. А когда кончилось, вот сегодня, вот представь себе, ты в алтаре, тебя позвали там благословиться, и вдруг ты выходишь, крылья распустил, и вот так Серафим, его выводят за руку, а он в этой, по-нашему сказать, в прострации в этом. И только увидели, что у него сияние идет вокруг него. А что, служба кончилась? Тут не дождешься, когда кончится, а тут ему кажется, что она никогда не должна кончаться. Но это не один человек описывает. Так что, уповая на Бога, мы скажем, сегодня нам Господь позволил открыть Слово Божие, а оно осеивает нас. Не то, что мы такие, Слово Божие делает таким. Поэтому услышали, будьте жертвенны, если возможность есть. Где-то кто-то, надо узнать, сегодня многие обманывают. Она писала, трое ребятишек, я одна осталась, ребенок больной. Батюшка тут просчитал одну. Для лечения требуется, кажется, 6 миллионов долларов. А то в уму не потерять. Да зачем ему жить-то? Да и он какой будет-то? А что делать? Благодарящий Богу довериться. Просят где-то. Я на вокзале и не могу уехать. Я говорю, я второй раз тебе беру. Ты все еще не уехал вторая неделя. Он попал ко мне на дом. Ее кто-то послал ко мне. Ну, я его накормил там картошкой, хлебушка дал. И все. Дал ему что-то, визитку, он только вышел и бросил сразу. Он на вокзале околачивается и врет всем. Тоже надо быть благоразумным. Пошли. Четвертый стих. «И чтобы, когда придут со мною македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью». Толкование. Снова обращается к тому же и с большой силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. «Ибо больше стыда, когда кто срамится перед чужими лицами. Может быть, — говорит, — вы рассчитываете на меня как знакомого вам, но подумайте о македонянах, которые, быть может, придут со мною, что вероятно,
и найдут вас, не сказал не желающими, но не готовыми. Ибо и то стыдно, если вы не готовы и скоро не можете собрать. Тем более стыда, если вы ничего не собрали или собрали менее надлежащего. Но говоря, чтобы не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью, смягчает речь свою. Не во всем, то есть постыдимся, но только хваление относительно милостыни. Ибо прочее, касающееся вас, безукоризненно. Говорит же это не для того, чтобы польстить им, но скорее с тем, чтобы сделать их более усердными, дабы похваляемые во всем и в этом не оказались недостойными похвалы и ниже самих себя. Словами «не говорю вы» показывают, что они больше будут посрамлены, нежели он, ибо это их грех. Под частью же разумеет основание, или самое дело, или существо похваления. Видите, сколько речи на одном месте буквально. Придут самые македоняне, я им обещал, ну тут люди очень жертвенные, они дадут столько, и там голода уже не будет, закупим там не один вагон пшеницу, перемелим. Примерно я говорю, пришли, а там ничего нету. Я уж не говорю, что вы. Мы-то пообещали, что уж раз мы туда идем, то там приготовили, заранее собрали. А как вы собирали деньги? Я могу сказать, как. Потому что мы собирали. Ну, а сколько, давайте, у меня на квартире три студентки живут. Сестры, две сестры и студентки, которые с ними там были. Ну, тоже сколько домов, еще тут двое-трое. 25 рублей на питание. Как, пойдет? Теми деньгами тогда раньше. Хорошо. А теперь десятину платим мы, а вы-то нет, у вас работы нету. Но десятина Божья, а это наша. Зато он говорит, положи рядом деньги, чтобы тебя не украли. Эти деньги Господь охраняет, ангел стоит. А это-то мои-то рядом. Что ангел-то отмахнет их, кто будет лазить-то. Так и получилось. Получилось, что мы потратили там 17 рублей. Теперь, которые 7 рублей, мы отодвигаем заранее, они уже нам принадлежат, к тем деньгам, которые десятина. А когда у нас еще больше людей, да мы занятия ведем, у нас быстро набиралось. И куда же мы такие деньги девали? Я вам рассказывался. Александр Дмитриевич Долгов был у нас, Надежда, помнишь его? А Нина, жена была у него. Вот он исчез, нету, а где он? Нету. Год, два, три уже забывать стали. Потом бац, явился. Саша, а где ты был? На севере. А что? Там деньги платят. А что делать? Золотые прииски на бульдозере. Это очень хорошо платят. А ты десятину платил? Десятину? Да, конечно, где там и храмов нету даже. Так а мы тебя принять не можем, чтобы проклятие не легло на нас. Ты Бога обкрадывал. Надо подсчитать. Ты можешь посчитать, какой зарплата была? Да, конечно. А можешь посчитать десятую часть? Да. Вот пока ты ее не отдашь нам, мы тебя не примем. Я отдам. Он посчитал, вот у меня как раз только на книжке. Ну, снимай. Назад он пришел, такая пачка у него денег-то. А теперь мы к ней не прикасаемся. Наша отпечатка нет. Пойдем дальше. 144 северо-западные отделенные баптисты. Кажется, тебе знакомы такие люди, да? Пошли к ним. И там видосы его, что ли, фамилия была при свете. А они печатали, не они, а через них они отправляли в Латвию, и там где-то в подземельях работали люди. И мы туда деньги отдавали. Конечно, к нам отношение сразу изменилось. Они своим всем рассказывают, показывают. Смотри, православные, как когда строили баптистский дом в Апрунзе, а батюшка Камичи, и он им помогал. Ну, он настоящий работник где-то. Так они потом уже дом построены, они все показывали людям. Православный у нас, вот, тогда не священник был. Видите, как Господь устроил. Мы не заблуждением строим, а к тому, чтобы звучало Слово Божие. А Слово Божие звучит, когда люди, ну, расположены, видят. Вот мы об этом сейчас считаем.
Заметь, Павел, как осторожно идет. Я приду, а вы не готовы, меня подставили. Нет, это... Вы тоже виноваты. Так не говорю, но так понятно. Пошли дальше. 5 стих. «Посему я почел за нужное просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово». Так, это, то есть люди-то уже идут, у Павла своя комиссия идет, люди из Македонии, а он тогда вперед послал своих там, Тита и других, идите скажите, чтобы собрали деньги-то в одно место, чтобы при нас шапкой по кругу не ходили. Понятно? Какое дело? Простое, кажется, деньги собрать. Нет, не простое. Ну нет, и отстань от меня. Что ты? Иди, заработай сначала. А тут не так. Заранее мы придем, чтобы в одном месте лежало. Пошли. Как благословение, а не как побор. Толкование. Дабы не показалось, будто противоречит сказанному выше, для меня излишне писать вам. Между тем, как теперь опять говорит о том же, рассуждает уже о щедрости и о совершении дела с радушием, для чего говорит и послал я братьев, побуждая к двум противоположным делам, именно, чтобы подали в изобилии и с радушием, весьма мудро переходит к тому и другому, ибо сначала говорит о радушии при покаянии, а потом о другой статье. Подаяние, говорит, есть благословение, ибо никто не дает благословения с огорчением. Показывает и плод непосредственно из всего произрастающий. Подающие исполняются благословения. Впрочем, и этим не ограничился, но присовокупил, а не как побор. Не думайте, говорит, будто берем это у вас из корыстолюбия, напротив. Желаем доставить вам благословение. Итак, подающий милостыню по принуждению, как бы заражен крестолюбием. У нас эта неприятность-то была. Готовили к изданию первый трехтомник. И одного кто-то дядя или что дом. И он взял, продал, и теперь я вкладываю деньги. Вкладываешь ты, молодец. Похвалили, все. 3 дня прошло, деньги мне надо. Да как же, мы же отдали их. А отдали не туда мы, отдали мы, сказали куда. В это время появилось сведение, что одна семья в плену находится. Требуется выкупить ее. А там 1 000 000 было. Ну что делает он? Вопит прямо. Я говорю, немедленно собрать и вернуть. Куда мы заплатили, так тебя не тронешь. Люди уже на свободе, уже приехали благодарят нас. Тут не выскажешь как. Найти. И вдруг, прямо как с неба, Бог опускает, сколько, 4 порции, сразу не принимают столько, и Лена сразу отправила, покрыли все. Он такой невоздержанный был, везде лез. Я говорю, ты с неба сорвал это, больше у тебя ничего брать не будем. И он сейчас разрешили быть у нас на молитвах, но нигде рот не раскрывает. А нам Господь говорил, там и там сделали, и вернули еще столько же почти. Ну, типография. А типографии сразу потребовалось 5 или 6 миллионов. Вот сейчас готовим к истинному православию. Не знаю, удастся или нет. Но остальное вы видели, как Господь делает. Богу доверяешься. Ну, тут даже я заколебался. Как быть-то? Ему отдать надо. Он прямо криком кричит. Я говорю, к утру найти надо с вечера. И к утру у нас деньги появились. Или она сразу раз, там передачу за передачей 1 000 000. Все, больше никогда от него не брать. Вот эта ситуация как бы входит в это. Это не побор, это добровольное. У нашего батюшки есть грамота такая. Сгорел храм, кажется, в Томской епархии. Батюшка тут, видимо, собирал, может быть, в Барнауле. И люди помогли. Храм построили. И батюшке пришла телеграмма на бланке епархии. Их Ростислав, он не митрополит, наверное, благодарит за участие в восстановлении храма, что сбор был. Это дорого все, перед Богом, не на плохое. Поехали. 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Толкование. Переходит к другой статье, что нужно подавать щедростью, и говорит –
При всем скажу, то есть присовокупляя к сказанному, что не должно подавать с бережливостью. Не сказал скупо, но употребил благороднейшее наименование бережливости. Само же дело назвал сеянием, чтобы ты тотчас обратил взор на воздаяние и понял, что более получаешь, нежели даешь. После речи о подаянии и щедрости опять напоминает о подаянии с радушием. Это показывает, как и выше сказано, слава сеять щедро. Высевай щедро. Поэтому будешь что-то ждать. Я вот сегодня о чем говорю. У нас жены почему-то не влияют на мужей, когда нужно. Почти нигде. А ведь вы так много можете. В ваших руках не только день, но и ночь. И видит, он теряет, ну, веру-то совсем. Или он там встал на сторону враждебную, там разносит всякую мерзость. Вот я могу даже показать, сколько возможностей было, почти никто нет. А жену они склоняют на себе, даже, может, они ее не учат. А глядя на них, она охладевает, охладевает. И это плохо. Скольких мужей спасли. Вот про один город я считал где-то в Германии, осажденный город был. Ну, выбились из сил, раненые, там, все. И правитель сказал, я оказываю вам щедрость, я живьем вас отпущу. Но только столько с собой можете взять, сколько женщина унесет. Город должны освободить. Завтра последний штурм будет, мы город сравняем с землей. Все жилища сожжем. Но вы знаете, чем закончилось? Когда открылись городские ворота, он попятился. Каждая женщина на спине у себя несла своего мужа. Вот вообрази себя, раненый, кровь течет, и она его несет, спотыкается, поднимается. И он войскам дал указ немедленно отставить город и уйти. Этот город как примерно тысячелетия вперед пойдет. Сумели бы мы это подумать? Конечно, было заседание, думали, как будет, что будет, что взять с собой, ничего не взять. Я беру этого героя. Представь себе, уходишь рано утром из Потеряевки. А это может быть такой кинуть лозунг, все, все православные прочие должны исчезнуть. Что ты возьмешь? Тебе уже на сегодня пример. А у них примера-то не было. Может, были какие-то неурядицы, все было, все забыто. Все остальное нажитое, а его я никогда не верну. А он идти не может, израненный, дома лежал. Я когда прочитал, это невозможно. Насколько достоверно говорят, город другой был тоже в осаде, и, ну, нет своего никак, штурмует со всех сторон. И какой-то генерал был, все это уже запущено, город сдавать надо. И вышел какой-то там младший лейтенант, наверное, и говорит, дайте мне власть, главнокомандующий, я спасу город. Да как ты спасешь, и сил-то нету, спасу. Ну, ты думаешь, терять мне еще, давайте. Он расставил так и не стал сидеть ждать, а ударил набегом и разбил им стан. Враг отступил. Ну, тут заседание из других городов. Это как спасли город. Вот он, главный герой. Так его долго помнить будут. Ну, еще долго. Следующее поколение забудет. Надо что-то сделать. Между собой говорят. А как? У нас только канонизируют. Вот нужно что-то обвинить его в ереси, а потом снять. Но за это время казнить. И его будут как мученика чтить все годы. Насколько уже достоверно, но... По-православному это так. Нам сначала его надо мучеником сделать, а потом чтить будем. Поехали. Седьмой стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Толкование. Останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример македонян достаточен, чтобы побудить их большему подаянию и пристыдить их, если окажутся ниже тех. Врачуют же ум их, чтобы совершаемое ими дело было добродетелью, ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что,
что-нибудь делали то так, как требует добродетель, и притом добровольно, чтобы награда им была полная, ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому говорит: каждый подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением. Приводит свидетельство и свидетельство Соломона. Хотя в изречении премудрого говорится о щедрости, но он относит онное и к подаянию с радушием. Ибо если хочешь, то и другое вместе. Ну, за принуждение где-то как-то. Десятина – это мертвая, уже она не касается. А это сверх того, сколько сможете. С десятиной ее нельзя ни убавить, ничего продавить. Можешь, она Богу принадлежит. Некоторые начинают, а так беседуешь. Интересно, эти баптисты, другие не платят. Я говорю, а как тогда? Ну, как? Кому надо, добровольно дадут. Десятина не добровольная, а она как вот налог. Тебе налог наложили сколько? Или за электричество платить? Тут даже толковать не надо, или платишь, или отключать тебе. Я тут просчитал про одного, да, дачный поселок. Ну и послали, не платит никто электрик. А нет, денег-то нету. Ну и послали электрика, там главное отрубить. Он полез туда, мужик вышел с ружьем. Ты что делаешь? Отключать послали. Не отключай. Мы же платили все время. Чем платить-то? Он работает на шинном заводе, мы два колеса дали, больше ничего нету. Ну сказали, я сказал, не трогай. А что ты командуешь-то? Меня послали. Палец только два шага сделал, мужик из двустволки, как шарахнул его. Да, до самой ночи висел на когтях там, мертвый. Все, больше не стали трогать. Я не призываю ни к чему, но событие случилось. Власть это думает или нет. У меня все на электричестве. И как я теперь буду? А вы не платили. Не платили, платить нечем. Вы помните, этот период был какой? Страна разваливалась. Я недавно только дошел до этого. Кто делал революцию? Люди одной нации. В пломбированном вагоне. И куда это? Журнал «Алтай». Это центральный журнал писателей Алтайского края было. Из 145, 138 одной национальности. А теперь, когда коснулось через 72 года делить, все пошло этой нации. То есть 72 года работали на нее. Я только на днях понял это. А как получили? А делили в Америке. Так, ваучеры прошли, прошли. Кто? Да люди еще считают, там за бесценок отдавали. Ну, а которые купили тебе золотые прииски, электроэнергию у другого, у третьего алюминиевый завод, ну и проще так пошло. Вот так. Ну, Березовского слышали? Он говорит, я проснулся, а с чертежником работал. Чертежник, что у него там, бумага, ватман. Я, говорит, в окно выглянул, там, кажется, 2800 машин. Все мои. Вот и все. Делёж-то как шел? Все мои. Конечно, он полез уже куда не надо и стал угрожать там и в Америке, в Англии королеве, убрали. Но остальные-то, Гусинский бежал, разрешили уйти. Миллионы, потом миллиарды, а теперь стали соревноваться, у кого быстрее накопления идут. Работали на них, и они к этому подвели. Какой далеко идущий был план. Я где-то неделю назад только дошел до этого. Люди, которым делили, одной национальности страну разделили между ними. Те, которые делали революцию, а это их внуки. Вот ум. А у нас, я когда просчитал, мальчишки, вот ребенок у тебя растет, ну, в школу там, где он? У бабки, у бабушки там будет. Что он тебе будет делать-то? Под ногами мешаться. Сейчас еще на руки возьмешь, а дальше его уже не поднять, он сытно питается. Ну, ну так вот, ну. А у них не так. Его отправляют к деду с бабкой. И говорят, у тебя товарищи все об этом, на курорты поедут. Так, да, а я, а ты нет, сынок. Внучек, не забывай, тебе управлять людьми надо всего мира. Ты это недельку отдохни. Сейчас уже мы наняли репетиторов, ты сразу два языка будешь изучать. Дальше, вот в пятом классе экономику будешь сразу изучать. Вот и все пошло. Это сегодня они так делают.
Что ты можешь дать? Это оно, я пришел. У меня внучка качели сделать. Вот и все, больше ничего нету. Качели сделать безопасными и прочее. Ты управлять будешь всем миром. Вот один, а то уже как рассказ такой, пришел и говорит: деда, а у нас в школе записывали, кто какой нации. Ну, я сказал, я русский. Русский? Да какой же ты русский-то? Ты называешь себя, ты же знаешь. Знаю, я не хочу больше так быть, все на меня пальцем тыщут. Я русский. Он говорит: хорошо. На завтра садится за стол, они курочку едят, а ему картошки дали. Что, ты русский, другого нету? Накормили. Вечером он приходит там, пошел когда, а дед ему стольник давал, 100 рублей. А этот день дал только 3 рубля проехать на автобусе. И он вечером пришел за стол. Один дедка побыл русским, как я вас ненавижу. Вот и все. Пошли. 12-14 стихи. 8. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Толкование. Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят: если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделаться бедным. Подожди, блядь. Ну, это писал-то Пепелак-то. И такие же люди, 900 лет, как будто с места. Я подам, ну а я как буду жить-то? Вот я сразу пример. У меня примеры, говорят, море. Отец пасти выгоняет овечек, а овечек 1200. А они где? Вот где Павлов дом здесь, а дальше туда, в переулок-то, там овечки расположены, там две собаки бегают, друг друга не достают, правда. И он уже отец, палочка у него, это бадик называется, от березы вырубал. Так вот, если я благополучно не потеряю ничего, половина барана отдаю бабушкам. У нас на конце Потеряевки жили беспризорные какие-то, никого родни не было, они две или три бабки мы. Пол барана своих-то, семья, 10 детей. Осенью кончилось, ничего, потери нет. Отец отрубает половину, отнесите. А сказать, что он крепко верил, нельзя было. Так. Это очень полезно. И хоть маленько тебя разбудит, не все проспишь. Поехали дальше. Бог говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то есть всякую милостыню. Итак, подавайте щедро, чтобы милостыня ваша всегда и всегда приумножалась. Видишь ли, не богатство просит он, но довольство. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не преневоливает. Их подать от недостатка, чтобы потом не имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божьими, говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. В благах телесных, говорит, желаю вам довольства. А в благах духовных, ибо это значит слова «всякое доброе дело», избытка, чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы усердно делали всякое благоугодное дело. Вот смотрите, как заботятся о будущем. Наши пасли, а отец на память знал овечек, но пасли мы и коров. И в это время корова, камолая. Камолая, когда рогов у нее не видать, оно там под кожей вот так только сходится. И какая-то корова пристала. Ну, пастухи узнали, дядь Тиша, это Тихон. Это откуда у тебя корова-то такая? Он говорит, два дня назад пристала, где-то потерянная была. Так мы ее сейчас отделим отдельно-то, зарежем, поделим и все. Отец, а если на эти хозяйка какая-нибудь? Да какая хозяйка? Это уже два дня и нет никого. Проходит почти неделя. И женщина какая-то, какие-то тут села рядом были, приехала. А у нее, кажется, 6 ребятишек, я сейчас так уже не все помню. И она говорит, а вы пасете здесь все время один и то же, один пасу. А была ли у вас такая корова, называют? Как она выглядела? Она говорит, камолая.
И у нее большое пятно на боку, так интересно, круглое. Отец говорит, сейчас я в лог загоню, а мы сверху посмотрим, что я туда видно будет тогда. Увидала она там, что Маша, Маша, а корова прям к ней. Отец говорит, не выдержал, говорит, прослезился. Но вообрази, что мы съели ее, и что дальше было бы? А в то время советская власть потеряла это. Нет, платить, значит, срок, на детей не смотрят. Вот так. А как не смотрят? А очень просто. Выступает бывший прокурор Гущин, его воспоминания, прокурор края. И вот говорит, только там наступило 2 августа, день пророка Илии. Мужиков-то забрали, куда-то отправили, кого как. А скотина-то теперь, она привыкла на матюгах-то, и она не слушается, возят на быках. А женщины и говорят этой, она ее Нюра звать, это Анна, а ты заматерись, как мужики-то, а сено копнили. И он послушается бык. Так бык-то при чем? Это Сталин все забрал людей наших-то. Его надо материть. Кто-то пересвистнул в район. И уже к вечеру ее арестовали. А у нее на иждивение, ей уже 16 лет самостоятельно, еще 3 братья-сестренки. Так, отвезли туда. Вы говорили, говорила. Ну а почему? Ну, почему? Она ничего не знает, деревенская, калманка или где-то здесь. Суд идет, приговорили к расстрелу, расстреляли. Это нельзя не верить, потому что документ показан, число каким, и прокурор края Гущин. Вот как было. Сказали, от этого где-то что-то изменилось, да никто не слышал. Сказали, что сено возили там в степи где-то. Пришла домой, она, я думаю, как вот уже дальше догадываюсь, взяли, а все на ее. Кормила на этих ребятишек, сколько там в огороде растет, там солнце жарит, я так думаю. И она говорит, да у меня, тебе это не надо ничего, тебе надо думать, как выбраться. Да я что, я же никого не брала ничего, еще своровала или еще, она ничего не поймет. Ее продержали сколько, это высшая мера наказания. Я когда считал, даже не поверил. И фотографии ее. И за эту власть положили сколько. И она сама с собой ушла, власть как будто никогда не было. Никто не стрелял их, никто не смещал. Просто открыли его лицо, показать лицо социализма, как Горбачев говорил. И показали там чудовище, неописуемость страхилат. И все кончилось. Молча все развалилось, республики отскочили, а говорят, как, союз нерушимый, республик свободных пели. Нерушимый, порушилось. А почему? Жестокость нечеловеческая. Притом ни за что. Совершенно ни за что. Поехали. 9 стих. Так написано. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает век. Толкование. Выше сказал изобилуйте. Подтверждение сего приводит свидетельство из пророка. Расточил, ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя поданного нет уже более, но правда, то есть человеколюбие, называют его так потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи. Пребывает вечно, и здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают любимы грядущими племенами. Вот смотрите, я смотрю, меня хорошо видать, флаг колеблется. Можем сказать, флаг не сильно истрепанный. Так? И вот я сколько говорил, да меня никто нигде не говорил, что он означает. За всю мировую историю, независимо от конфессиональности, политических взглядов, национальности, этот флаг единственный, проповедь, рождается в крови. И не боком, как Марсельеза во Франции, а именно кверху. Дальше земля, вот она земля, вся она кровавая. Дальше небо, думайте о горнем. И третье, 21.10, откровение. Увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежали небо и земля, и не нашлось им места. Я говорил это, и только недавно мне открылось, что верхняя часть теперь будет ползти вниз, и сделается все. Бежало небо и земля. Если то небо, а то земля, все исчезает, остается одна святость. Это российский флаг. По порядку. Родился, ну, какой бы ни был нации, какое бы вероисповедание. Ты родился, крови, крови. Везде борьба идет, войны. А дальше
деревни и народы тоже понимали, думая о загробной жизни. Твори добрые дела, вот о чем мы сейчас считаем. Это синее небо меня так манит. Знаю, что там мой Спаситель Христос. Все это в мире бесследно канет, в небе не будет мести и угроз. И дальше. И бежали небо и земля. Я не обращал внимания этой. Бежали. Ими нашлось место. То есть все занимает теперь. Вот как будет у нас. Конечно, на земле не увидим белый флаг. Белый флаг – это человек, когда сдается. Разные простыни, ну, сдаются в городах, показывают снимки, где. Я никогда не включал это. Вот прям совсем недавно я только увидел, что расползаясь, бежали. Мне приходилось в очень больших собраниях быть, военных. Ну и, а у каждого офицера триколор называется. Я говорю, а что означает? Ни один не может. Говорят, вот это такое-то там было. Другие говорят, это власовский флаг. Нет, это проповедь. Всемирная проповедь. Начинай флаг объяснять. И у меня проповедь началась, теперь мне легче говорить. Я из этого флага сотням и сотням офицеров рассказал. А слово «бежал» не говорил никогда. И так понятно. Я говорил только сейчас, что есть. А что оно съедает, удавливает? Бежало. Бежало небо синее и бежала земля. В таком порядке от белого идет. Интересно? Вот слово «бежало», я его даже не касался. Ну, бежало, исчезло там. Нет, оно здесь исчезает. Небо и земля. А оно небо и земля. А как по-другому? А по-другому никак. Не надо. Вот я говорю, а что это означает желтый свет на Украине? Ну, зерно, бывает подсолнухи. Ну, подсолнухи. Ну, а другой не подсолнухи, а учителем работает, ни одного подсолнуха нет, еще что-то. Речь идет о глобальном отношении к жизни. Кровь, заботься о Вышнем, помышляя о горнем, и великий белый престол. У немцев там черное есть, это русские, добыча угля, промышленность. О, волнистая – это всемирная владычица морей Германия, это, сказать, Англия. Вот. Звезды – это Штаты Америки. Ну, Штаты Америки, а какое ко мне отношение имеют? Никакого. Здесь ко всем живущим на земле. Вчера, позавчера, тысячу лет назад от Адама – это флаг неменяемый. Ну, чтобы этой курицы не было только там. Нарисовали какую-то больную с двумя головами. Уродину. Вот там у вас, при входе вот, в школу, всем ученикам рассказывайте, русский флаг необъяснимый по-другому. Никак. Я говорю, ну объясните, да. Притом горизонтально кверху идет, по вертикали, равная отпущена. Пошли. 9-10 стихи. «Дающий же семя сеющему, и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды правды ваши». То есть, хотя вы много пожертвуете на дело Божие, а у вас все будет. Будете сыты, и никуда ничего не денется. Толкование. Этими словами просит им и плотских, и духовных благ, и подтверждает слово свое наглядным примером земледелия. Ибо если засевающим землю Бог подает семя и питающим тело доставляет пищу, то тем более возделывающим небо и питающим душу в словах «да подаст обилие посеянному вами» говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедным. Ибо через это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и говорит «и умножит плоды правды ваши». Заметь здесь, что он вводит Бога, дающим нам не суетные наслаждения, но пищу, ибо говорит «и хлеб в пищу». Тоже находится у Исаия, 55 глава, 10 стих. Да. Вот есть люди, которые собирают, вот у тебя, я гляжу, красиво, разрешили взять? Посмотрите, какая. Сколько здесь разных? Синие, красные, вот от пятнышки где-то. Это насекомое. Там потихоньку, чтобы не упало. Сколько таких бабочек? И люди коллекцию собирают разные. Это удивительно какие. А вот вертолет как летает где? Это стрекоза.
длинный какой хвост, мой мотор у ней. И вот когда ты посмотришь на все это, сам Соломон не одевался в такой славе, как святые у вас тут растут. Заходишь, когда вы и тут, и все смотрят. Вот надо научиться во всем видеть удивительное, что Бог делает для нас, показывает. Это проповедь. Ты увидел это дело и сразу вспомни Соломона. Идешь по дороге, неладно. Припомни, жития святых что-то. Мы вот с детьми были, идем, там за молоком ходили на разъезд тогда. Дорога, кто знает дорогу, как по-другому называется? Не знаю, как, путь. А еще как, начинает думать. А где про это писание нет? Ребенок начинает думать, и не просто здесь отмолотил, а он идет делать так. Я есть путь истины и жизни. Евангелие от Иоанна 14:6. Ну-ка давайте. Евангелие от Иоанна 14:6. А взрослые иногда, верующие, дальше не знают. А теперь каждое слово объясняю. Вот если Господь позволит, то в следующий раз я буду говорить, там, говорит, имеет отношение, так, верующие, так, кто ходит во свете, как он во свете, и второе, какое он сегодня читал? И имеет общение. Да, вот это вторую сторону коснулся. Должны быть встречи, должны быть беседы, изъяснения, нужда. Вот мы на днях только получили это известие тут у одних знакомых. Там бракосочетание было, вы знаете о ком. Как постепенно сначала объявляли, потом было как. И сфотографировали 6 человек. Я вчера запрос сделал для книги. Фотография очень хорошая. Там отец Геннадий с женой с той стороны. Тоже с женой стоит. И посередке молодые. Вот если бы Господь не участвовал в этом, никогда бы этого ничего не было бы. Тем более я знаю предыстории, это все от Бога. Условия были поставлены трудновыполнимые. И Господь так все сделал. Я знаю еще, когда этот человек имел наклонность там, к другой вере, оказалось, уже не до... мы давно знакомы, вот. А с другого больше с отцом. Мы молились об этом. Благодарим Бога. Пошли. 11 стих. Так, чтобы вы все богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Толкование снова показывает, как должно пользоваться богатством и говорит, что не должно зарывать его в землю, но иметь на всякую щедрость, то есть делиться им щедро. Но так как многие находят щедрость в блудницах и лицедеях, то говорит, я разумею ту щедрость, которая приносит Богу благодарение. И не только благодарение, но многое другое, о чем говорить далее. Чтобы, показав многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней. Видите, тут, где я выделяю слова, особо, чтобы... Потом, а потом эти слова должны быть здесь, вот оно где. Комментарий, да, и это слово несколько раз повторяется. Ничего тут моего нет, я просто выделяю его. А отношения разные. Другой говорит, я прямо делал. Ну, тут у меня 319 комментариев. Я только ищу комментарии. А епископ говорит, я когда вижу комментарий, я сразу перешагиваю и дальше не читаю. На один из вот же, на одно и то же действие очень различные. Один думает, как это на деле выполнить, а выполнить очень непросто. Прочитал сейчас, неделя прошла, там занятие было. Спроси, о чем занятие было. Ладно, тут такая тема большая. Поэтому все время требуется повторение. Коснулось это, я это место выделил крупно, а потом это место несколько раз. Говорю, это встревается, говорю, опять это слово вставилось. Давай заканчивай это. 12-14 стихи. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуемую вами Евангелию Христову,
и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую вас благодать Божию. Толкование. Дело служения сего, говорит, то есть помощь имением, делает многое, ибо не только восполняет нужду братья, но и избыточествует, то есть доставляет им более нужного. И много благодарения вызывает служение это и свидетельство о служении человеколюбия. Они прославляют Бога за то, что вы так покорны Евангелию, что исполняете повеление Его щедростью. Ибо Евангелие учит милостыне, и иначе прославляют они Бога за простоту и доброту вашу, изливаемую не только к ним, но и ко всем верным бедным. Ибо они не завидуют, подобно другим нищим, но благодарят, что подаете и другим, что служит признаком великой добродетели их. Поэтому столь независтливым и столь добродетельным должно подавать с большей щедростью. Кроме того, еще молится о вас, как бы удостоиться видеть вас не ради имени, но ради благодати Божией, с изобилием данной вам. Опять дело милостыни называют благодатью, приписывая все Богу, чтобы они не возгордились. Словами преизобыточествующую благодать Божию побуждает их сделать щедрость свою еще, свою более обильной, чтобы не превзошли и не победили их другие. Комментарий Игнатия Тихоновича. Какие похвалы благовестия! Чего лишилось православие, заменив благовестие богослужением на непонятном языке? Коротко. Один обратился тут, проповедовали, стал баптистом, был баптистом, а стал православным. Короткое время прошло, стал священником, теперь у него дети подросли, жены священников где-то. И видя, как крещение совершается, он ко мне приехал и говорит, они меня упрекают и говорят, какого счастья лишил нас отец. Мы не помним это, что с нами когда было. Вот смотрят, как крещение идет, как поздравляют, как они уверовали. Мы всего этого лишены. Мы не скрываем этого. И он сидит, голову опустил. И я говорю, и что? Надо объяснять. По разуму, по действиям по Библии мы правы, а по разуму мы не правы, потому что Библия на первое место не разум держит. 2.11 Колоссянам говорит, что мы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Обрезанием называется, вы крещены в Иисуса Христа. Если мы крещены, а ребенок крестился восьмой день, 12 Бытие говорит, то было только один, у нас все правильно. Так он не понимает ребенок, не надо понимать. Уверовал он и весь дом его. Говорит, что евреи все были бездетные, нет основания. Стражник, когда они воспевали, обратились. 16 деяние говорит. Крестился сам и весь дом его. Весь дом, ну это ковчег, дети не бросаются. Но главное то, что вот этот стих Колоссянам говорит, что мы обрезаны. У нас спросили, где вы обрезание получали? Духовное? Нет. Обрезание это. Обрезаны, Павел говорит, быв крещены. Прямое. А тогда восьмидневный. Ну, а если тогда не обрежут? Никто не уговаривает, ничего говорит. Да будет истреблена та душа из народа. Так вопрос снятый, да тебя никто не будет спрашивать. В этот же день его убьют. Это нам законы свои неизвестны, а у людей были другие законы. Мы говорим, самое сильное государство было Спарта. Как они определяла комиссия? Ребенок родился месячный, его представляет комиссия, смотрят, у него там, ну, видно, что ненормально-то. Проверить еще месяц, посмотрели, он еще никуда, и дальше ущелье, бросают, никого больных не было. А дальше учат, и вот экзамен сдавать. Экзамен никто так не сдавал, как Спарта. Ну, кончил все, институт, спецназ, раздевается до нитки, забор, и через забор его выкидывают. Вот, явишься через год, посмотрим, на что ты годен. У меня денег нет, он заранее знает, ни денег, ни платья, ничего нет. Вот оденься, обуйся, устройся, и через год придешь, сдашь экзамен. Как интересно,
И человек тогда усилия все напрягал, а не ждал, какая погода будет. И не жди, что будет лучшая погода. Вы поете на костре. Но я не говорю правильно, неправильно, но когда он становился в ущелье, если их там было 100 человек, то армия 100 тысяч пройти не могла. Горы трупов, но они не пропустят. Вот немцы, когда брали в плен, многие остались живые. Коммунисты, там, евреи, цыгане сразу выводились и сразу тут же первый день расстреливались. Это у Шолохова написано об этом, «Судьба человека». Определенно фильм показан про это. И что? А русские тоже кое-кого не брали в плен, а кто СС? А его, а подними руки вот так, вот он поднимет, а вот здесь вот у него татуировка, а что он принадлежит СС? Им-то это делал Генри Гиммлер-то, не думали, что это так будет? А сразу на левой руке под мышкой у него выколото, что он эсэсовец, сразу расстреливали. А они не сдавались, как правило. Туда брали самых рослых, самое лучшее оружие, лучшая техника, все шло. И где крайне было невыгодно, уже советские двигались вперед, скорее бросали части СС, и все остановилось. А к чему говорите это? Я к тому говорю, что у нас свой знак, мы христиане, пятиться нам некуда, с нами Христос. А Господь смотрит, на что мы способны. Сегодня так, завтра все переменится. Сегодня вообще смотришь, что делается, везде там отнимают, там... Даже говорить страшно где-то. С нами Бог. Так нас всего несколько, большинство там, где Бог. И все. Положись на Господа. Тебе нужны примеры, примеры, Библия переполнена. Кто думал, какая победа придет через какого-то пастушка? Все. А у него оружия нет, он оделся, походил, не могу, стесняет. Ему не нужны эти портупеи. У меня сумка, если там 5 галышей лежит. Обыкновенное прощает, точно в лоб. Опрокинулся, подскочил, у него меч, его же меч, его мечом отрубил голову, и филистимские войска покатились назад. Страх напал на всех, если какой-то пацаненок самого главного богатыря сразил. А он как смеялся, что я, собака идешь, ты хуже собаки, идешь с палкой на меня там. Так, заканчиваем. 15 стих. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Толкование. Даром называют благо, бывающее от милостыни, как подающим, так и принимающим. Или напоминает о благах, которых мы удостоились через воплощение Христа, говоря как бы так. Не думайте, что вы делаете великое дело. Благо, полученное нами, от Бога неизреченное. Что же великого в том, что мы подаем малое и бренное? Вот смотрите, обыкновенное дело, помощь оказать, какое послание, глава за главой. А у нас на эту тему, если как, ну где-то один батюшка собрал, он сейчас где-то был, батюшка, вот недавно ездил-то, и там у одного священника, 17 что ли, я не знаю, как это цифра, детей разных взял. Им платят, вот надо деньги собрать, у нас батюшка это собрал, там 136 рублей что ли, нет ничего. А зачем он их брал? Государство очень много там платит. Ему по за глаза хватит. Некоторые берут, набирают, там за счет этого живут. И что? Ничего. Поправься со своими. А не так, что я возьму, а вы платите. Ну и никто тут из потерять теперь не раскошелился. Почему они не нуждаются? Я смотрел «Форпост», как они там делали, видели фильм «Форпост». Близ Рубинской это граница, там священники несколько храмов построили, ну и там занимаются детьми, слепо-глухонемые, зараженные СПИДом, вот такое. Ну, и помогают. По одному делу как-то коснулись, и я их поддержал. Поддержал, но не одобрил, а сказал, что в данный момент патриарх был здесь, куда они перестали поминать его, что он в Гаване там встречался. Ну и что из этого? Да дело в том, что я их сам расспрашиваю. Скажите, румыны среди вас есть? Есть. А украинцы есть, белорусы есть, русские есть. А пусы идут? Какие? Ну чтобы люди шли и проповедовали? Нет. Ну разбейте пополам. Два уже миссионерское общество. Румынам к румынам, украинцам к украинцам. И они меня сразу выкинули за борт. Больше ничего не было сказано.
как будто бы у нас не было хороших отношений, ничего. Один пришел к Богу, какая-то секта такая заковыристая, Юрий звать его. Жена иконы пишет, сам принял крещение, полное погружение, город Ярославль. Я осенью возвращаюсь, он меня в черный список занес уже. А переписка-то вся сохранилась, она полная. Ни одного замечания не было, настолько хорошие отношения. Я знаю, я не осуждаю его. Дело в том, что он сразу спрашивал, а как можно стать священником. А ему одно условие поставили, он его выполняет, чтобы никакой связи со мной не было. Притом это уже не один раз. Ну а теперь как? Теперь я не знаю. Он же пришел и им говорит, и это никакой роли не играет. Ненависть все побеждает. Ненависть, недоброта. Но они что-то имеют. Ничего они не имеют, раз они не знают. Ну, где-то слышали, считали. Он говорит, я через меня вся переписка, как он такую-то должность исполнял, как вроде диакона у тех сектантов там. И как он пришел, и фотографии идут, как он крестится с сыном, у него как один сын. Ну все, все благополучно. Хотел стать священником. И сразу идет на испытание. А раз такое дело, мне это ущерба никакого нет, а на душе все равно печально. Он не просто, а чадо. Так это мы когда считаем, когда архиепископом поставили в Болгарии Феофиларта, а там столько ереси описывает он сам свою биографию. Это невозможно было. Ну, Господь вывел его, видишь, стал архиепископом, а был диаконом. Все на этом. Благослови, кто находится в пути, болящих посети, не остави нас милостью Твоей, пролей милость на детей наших. Хвала Тебе, любящий Господь, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Аминь.